Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Всем иногда хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным и вредным, поэтому сегодня готовим хот-доги. Рецепт максимально простой и быстрый. Давайте начнем готовить! Итак, нам понадобятся булочки для хот-догов, сосиски, салат-латук, красный лук, кетчуп, майонез, горчица. Сначала делаю глубокий надрез в булочках. Постарайтесь не разрезать булочки пополам, как это получилось у меня. Красный лук нарезаю мелкими кубиками. Отрезаю плодоножки салата латук. На сковороде подсушу булочки. Сушу их до образования хрустящей корочки. В сковороду вливаю растительное масло. Выкладываю сосиски. Обжариваю сосиски до образования золотистой корочки. Также обжариваю красный лук. Как только лук станет мягким, убирайте его с огня. Я уже очень хочу поесть хот-догов, так что давайте скорее собирать их. Внутреннюю часть булочки смазываю майонезом. Поверх майонеза кладу салат латук. Кладу в хот-дог сосиску. Сверху выкладываю лук. Поливаю горчицей и кетчупом. Вот такая вкусняшка у меня получилась. Мне очень понравились хот-доги.
Рецепт очень простой, но я уверена, что вам он понравится. Поддержите канал и оставьте свои комментарии под видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока!